Так, ребята, всем привет. Как и обещал, приехал на водоем. Хочу сделать такое мини-соревнование сегодня. Буду ловить на два кормачка. Значит, в первый будем заряжать магазинную прикормку. Вот фирменную. А на второй будем использовать прикормку, которую был недавно рецепт на канале. Посмотрим с вами, какие прикормки как себя ведут. Так, установим рядышком сигнализаторы, поклевки. Оп. Так. Опа. Так, два штучки. Вот, делаем замес фирменной. Так, вот она наша домашняя прикормка, которую мы делали с вами на видео. Простейшая, самая мегауловистая, да? И самая бюджетная. И сейчас я открою ведро. Ого. Вот, и это, ребята, магазинная прикормка. Вот, ну, название я вам указывать не буду по понятным причинам. Ну, сюда будет у нас магазин. Здесь будет наша бюджетная прикормка. Ну что, начнем. Так. Заряжаем первый кормачок. Катушка и воздушное тесто. Так, есть. Делаем первый заброс. Наш кормачок. Оп. Все. Устанавливаем на нашу стойку. Так и есть. Свингерок. Проверим сигнализатор. Ой, вот сюда. Все, работает. Так, и само собой наша прикормка. Оп. Погода пока отличная, но скажу так, эту неделю ветра, не просто ветра, а такие стихийные ветра. Так, все заряжаем. Так, забиваем пружинку нашу кашу. Натурпродукт, так называемый. Так, смотрите, схема та же, точно так же тесто, здесь катушка на кормачке стоит, вот по центру пружина, вот такой монтаж. Так, делаем пластилинчик, а теперь немножко дополним, как я уже говорил, затюнингуем нашу прикормку. Так, тюнинговать будем нашими панировочными сухарями. Добавим цветности. Все, и отправляем в водоем. Thank you.
Все, ждем поклевочки. Вот так вот. Ну, это считать за поклевку не будем. Случайно зацепилась. Делаем паузу. Следующий заброс. Так, ребята, чуть-чуть расскажу вам об этом водоеме, так, чтобы вкратце примерно понимали. Водоем, вот реально, обратите внимание, рыбаков нет, он не частный. Видимо, он был частным, его один момент спустили. Была здесь одна лужа, он стоял в несколько лет вообще пустой. То есть года три, как здесь появилась вода, но... Рыбу здесь выбили уже всевозможными методами. То есть и местные, электроудочники, и сети здесь не вылазили. То есть вот такая вот фигня получается. То есть как бы сильно рассчитывать на какую-то крупную рыбу, навряд ли я рассчитываю. То есть получается как бы карасик бы такой до ладошечки. Это, мне кажется, здесь максимально, что можно поймать. Вот. Так что как бы природа очень красивая, водоем красивый такой, и не маленький, и не большой, но убили его немножко. Рыбачки и хозяева. Вот. Ну вот, сейчас забросили, сколько, наверное, минут 20 стоят удочки. Вот одна была поклевка, уклейка какая-то случайно зацепилась вот за крючок. А именно вот даже карасика я еще не видел. Но я думаю, сейчас на прикормку подойдет хоть кто-то. Живность какая-то здесь должна быть в любом случае. Ну, примерно вот тут такая обстановка на водоеме. Посмотрим, какая здесь рыба есть. Я здесь, наверное, не рыбачил лет, наверное, лет 7 назад здесь был. Когда он еще был арендован. И то что-то тут слабо, я помню, вообще отловился я. Вот, ну посмотрим. Раннее утро, где-то около 6 утра. Попытаемся поймать рыбку. Может, сейчас отзовется на нашу прикормку и приманку. Будем ждать. Такая наша рыбацкая доля. Так, уже солнышко вылезло. Так уже поярче светит. Вот какие-то поклевки, ребята, не пойму, блин. Бери, такие натяжки. Блин, и никого нету. Наверное, все-таки вот эта шняга мелкая задалбывает. Что на то, что на то. Поклевка, вроде бы и хорошая поклевка, а ничего нету. Ладно, все равно. Хоть одного я все равно поймаю. В любом случае. Хоть ладошечного. Все, так, перезаброс. Ждем рыбку. Приехал на 26. Так, на нашу домашнюю приманочку кто-то клюнул. Ой-ой-ой, еще и на нас сойдет. Бойкий, точно, все. Сход. Осталась только какая-то мелочь, шелуха.
конечно. Ну да ладно. Так, решили сделать по-другому. Наверное, мы тесто уберем, потому что я не могу понять, что клюет на него. Что-то было, опять же, но не крупное. Исход. Сейчас будем ставить. Ну что? Минус теста в том, что если идут какие-то удары, вот, оно сбивается мгновенно. Сейчас поставим мы, наверное, катыш красный. И на тот, и на тот. Ну, знаете, разницы нет, я не могу понять. Что магазинное, что не магазинная прикормка. Ай, блин. Попробуем красный поставим. Так, есть красный у нас. Здесь у нас белый. Сейчас добавим каши. Понять, что тут кончик дергается. Сигнализатор не работает. Я не пойму. Что за рыба здесь? Вроде опять кто-то есть. Ё-моё. Да, так мы нарыбачим. Кто это? Красноперка, что ли? Подзарилась. Да, иди. Так, и на этот я ставлю красный. Вверху белый. От теста отказался. Что идет дюб-дюб и все. Так, прикормочку. Опять забиваем нашу фирменную. Туда обычную нашу прикормку. Так, есть. Ну вот, наверное, такая мелочь. Задал бы. Скорее всего, крупнее рыбы нет на этом. Ай, в водоеме. Крючок. Острый. Давайте попробуем так. Уже будем ждать такой основной поклевки. Так, первый пошел. Оп. Все есть. Вы не сомневались, что там собьет, не собьет. Вот полынью пахнет сильно. Видно, где-то рядом растет, скорее всего. Так, есть. Все, теперь сюда. Вот смотрите, вот разницы абсолютно никакой. Просто здесь я зацепил, да, а на этой сход у меня был. Рыба, блин, размером с палец. Ладно. То есть, я так уже понимаю, ладошка это big fish здесь. Фиг с ним. Будем ловить тогда, пытаться Big Fish с ладошку. Чуть-чуть подальше кину, может там покрупнее, под берегом. Наверное, шняга одна. Так. Натяжечку. Да, я думаю, что одна такие поклевки бешеные, а рыбы нет. Такая маленькая, что засечь невозможно практически. Вот все. Так. Смоем руки и ждем
ладошечный Big Fish, блин. Это поклевка, ребята. Вот такие слабые поклевки, мощные, зацепы слабые. Наверное, опять будет сход, что-то он как-то себя ведет. Ребята, это Big Fish, елки-палки. Это круто. Красавица. Вот и наша каша. Так, на белый катушек. Красавчик. Так, поправим. Видите, расход практически он остается на месте. Единственное, я добавлю, чтобы там больше рассыпалось вокруг пшена. Сильно не буду. Просто чтобы создавать более такое пятнышко при кормке. Вот это да! Карась, да еще и ладошечный. На нашу прикормочку. А поклевки-то какие. Аж смешно, да? Ну, если сравнивать с той рыбой, которая клевала до этого, то это вообще супер-мега рыбина. Так, ну, очередной заброс. 1-0 в пользу. Бюджетной прикормки. Да, поклевка красивая. Так. Оп. Оп. Тяну чуть-чуть. Все. 1-0. Так, ребята. Вот опять поклевка. Значит, там выпендривается еще. Что-то там такое маленькое. О, карасик. Карасик. Так, ну что? Это карасничуток. 2-0. У нас работает классика. Белый катушек. Вот такие вот красавчики. 2-0. Так, снова освежим нашу кашу. Знаете, если бы одна поклевка, да, была, вот они заброшены у меня рядом, вот, была бы случайность, уже вторая к ряду. Я думаю, если будет сейчас третья, уже будет вот наши панировочные сухарики тоже дорабатывают картину нашу. Но это уже будет не случайность, а какая-то закономерность. Так, ну отправляем обратно нашу бюджетную
прикормку. Оп. Есть. Интересная картина. Картина маслом. Оп. Оп. Вот здесь подтянуть. И будет все в порядке. Все. 2-0 пока. В пользу нашей бюджетной прикормки. Так. Клюнула наша фирма. Фирменная прикормочка сработала. Опа! 2-1. 2-1. Так, ну что, ребята, будем заканчивать с рыбалкой. Поднимается ветер. Вот. Что могу прокомментировать по поводу самой рыбалки? На водоеме находимся, я лично нахожусь, 2,5 часа. Поклевок было, ну, больше десятка, скажем так. Результативных 3 карася я поймал. Там 2 красноперки, плюс какие-то поклевки непонятные, как вы видели на видео. Вроде и натяжки такие, а рыбы нет. После того, как я пообщался с местным жителем, хотя так я и предполагал, что именно превратили этот водоем совсем не в водоем, а в общем понятно, о чем я. Вот я понял, что здесь, в принципе, уже по большому счету ловить мне нечего. Но в то же время, если что касается прикормок, вот могу сказать, как вы обратили внимание, что наша антикризисная прикормка, самая бюджетная из всех, которая можно, работала, и не хуже фирменной прикормки. Название фирмы я не скажу, не хочу, с которой мы соревновались, но, скажем так, хорошая спортивная прикормка. Вот. Что касается, приправляли мы панировочным сухарем самодельным. Эта ссылка будет на рецепт на панировочные сухари в правом углу. Смотрите. Вот. И на эту кашу, такую простую прикормку, в левом углу тоже будет ссылочка. Так что, ребят, будем мы заканчивать рыбалку. Прикормки работы. Мы оказались не в том месте, не то время, не в том месте. Будем продолжать наши выезды. Теперь попробуем, выйдем на другой водоем, где более-менее. Ну, какая-то опять поклевка. Вот смотрите, и рыбы, наверное, как всегда, нет. Вот, просто... Ну, непонятно что-то вообще. Ну, пусто. Я просто не пойму, кто это клюет постоянно. Задолбывает. Какая-то мелочь, наверное. Мне что-то там тянется еще. Кто-то там есть. Оп, а вот ты кто. Вот такая вот рыбка долбит. Ну, опять же, гляньте, на какую прикормку опять взялась. То есть, получается, эта прикормка домашняя, честно, даже на этом водоеме работает лучше, чем фирма. Я не буду делать резких выводов. Конечно, еще такое видео сделаю. Может быть, даже поеду на частный водоем, где он зарыблен. Вот, дам шанс. Но, в принципе, на дикаре лучше, как я уже сказал, тестировать все прикормки, приманки. Вот. Сейчас еще один заброс. Попробую. Так что, ребята, хотите, покупайте в магазине. Это личное, я не антирекламу делаю там прикормкам каким-то фирменным. Сам часто пользуюсь, если куда-то еду далеко, я ее не варю. А если по месту, то почему нет? Солнышко вышло, ветерок поднимается. Ну, еще может, да, действительно, еще полчасика посидеть. Может, кого-то еще и поймаем. Вот такая вот мини-рыбалочка народная у нас получилась. Ну, тут я лет 5 или, наверное, 6 не ловил. Честно сказать,
такое же время, наверное, тоже здесь не будем ловить. Да, вот желательно, чтобы, наверное, все-таки водоем кто-то забрал свои владения. Иначе место шикарное, природа шикарная здесь. Ну, так складываются обстоятельства, что мы сами себя загоняем без вести. И потом прийти, посидеть с удочкой даже, ловить с палец красноперку. Как бы не совсем хотелось бы. Ну, вот наша кормочка. Я еще в детстве ее делал. Помню. Очень простая. Рабочая. Но нужно будет как-нибудь попасть на реку, скорее всего. И там посидеть. Точно такой же тест сделать. При кормке. Что там такое? Ну, мелочь подошла. С крупной, походу, здесь рыбы нет. Вот. Ну, еще раз, даже в таких условиях мы увидели, что самая бюджетная прикормка. Кажется, антикризисная. Работает. Ну, вот и, опять же, у меня много было перезабросов. Потому что были такие вот холостые, непонятные поклевки. Ну, с удочки у меня было, да, немножко, ну, вот я израсходовал, ну, половину. И реально, еще рыбалки, плюс того, это не все пшено, здесь не килограмм я варил, вот, это половина. То есть, реально, этот рецепт при нормальных, на две плотных даже рыбалки, более чем будет достаточно. Вот. Так что еще полчасика. И в принципе можно будет собираться домой. Нас. А у нас там карасик. Оба, ух ты, ё-моё. Чё-то разозлился. Ё-моё. Дуплет. Чё-то у нас получается. Фирменная прикормка, блин, обошла меня. Вот так вот вам номера. И на белый, знаете, говорю, помельче, маленький, покрупнее чуть-чуть, крупнее карась подошел. Да, ё-моё, как же отыграться-то. Только домой собрался. О, тут еще на один замес, вернее, на один заброс прикормки. Оп, как раз. Как раз. Да, еще один момент, как наш девиз. Оставляем чистый берег за собой, не забываем. Буду напоминать в каждом видео. Видите, после нас осталась только прикормка, которую скушают птички, жучки и паучки. Все, ребята, кто за чистый берег, тот с нами. Всем пока.